Всем добрый вечер. С вами Дон Педро. У нас как бы стрим сегодня, да. Вот. Добрый вечер, Дон Педро. Добрый. Вы самый лучший. Да, это с вами трудно поспорить. Я самый лучший, да. Видели ли вы сегодня своего друга? Нет. Сегодня его не видел, он ушел куда-то. Он свободный у меня друг. Да, он сам куда вот бывало хочет. Но видел другого друга. Ушка видел. Ладно, я уже жду тут целых 2 минуты, где все. Давайте еще подождем, ладно, соизволю. Педро, а почему вы молчите? А вы с какой целью интересуетесь, почему я молчу? Может, вы хотите какие-нибудь секреты выведать и рассказать всем на свете? Скажите, что же вы... Напишите мне. Так, ну я уже 5 минут жду. Что это за хрень такая? Вы что? У нас в Испании так не принято. Мы договаривались, что вы все придете. Вот. Где все? Всего, блин, 37 человек. Охренели вообще, блин. Дон Педро, не ругайтесь. Мы вас очень любим. Понятно, что любим, еще вы не любили. Дон Педро, вы... Что написала, дура, блин? Писать научись, блин, ковца. Тридцать семь человек — это автобус экскурсионный. Ты что-то рамсы попутал там, что ли? Что ты такое пишешь? Ты думаешь вообще, а? Блин, дебилы какие-то. Так, я еще 2 минуты жду. Вообще охренели, блин. Ждать я буду еще их. У меня ужок, он уже спит. Дон Педро. Не обижайтесь. Я не обижаюсь. Вы тупые просто, и все. Так, все, минуту жду.
40 человек. 60. И все, что ли? Мы договаривались, что вы придете, блин. Вы че, уроды? Да пошли вы все в жопу, блин. Стрима не будет.